С котой все плохо, поэтому, чувак, твои легкие тебе больше не нужны. Эй, всем привет, друзья! Меня зовут Шет, и у меня появился собственный HTC Vive, и поэтому я смогу вас радовать видео с виртуальной реальностью гораздо чаще и гораздо больше. И сегодня у нас такое тестовое пристрелочное видео, в котором мы с вами продолжим играть в игру Surgeon Simulator. Погнали! Итак, я уважаемый доктор-врач, которого все ждут. Алло! Что такое? Доктор, я буду жить? Это достижение. Не знаю, чувак, не знаю, может быть будешь. Наверное, это вот этот наш следующий пациент, которому нужно лечить зубы. Так что, ребят, сейчас мы будем лечить зубы нашему пациенту. Надеюсь, что... О, господи, боже мой! Так, ну я врач на все руки. Я это уже помню, я это уже знаю. Так, больной. Я должен тебе зубки вставить? Или что я тебе должен с зубами сделать? У нас тут есть... Что это? Это зубы? Это зубы? Мы должны ему зубы вставить? Как это делается, я не знаю. Давайте проверим. Так. Больной, пожалуйста, маску снимите. Маску снимите, дурак! Ну ладно, давайте попробуем ее сломать. Это обычно работает. Упс. Брутальное убийство. Простите, не хотел. Не виноват. Так, окей. Мистер, вы попали ко мне на стол, и сегодня вас ничего больше не спасет. Вы уж извините меня, пожалуйста, но... С моего стола живые уходят либо мертвыми, либо здоровыми. Так что сегодня все в наших руках. Ну что ж, я должен вам, по идее... Что я должен вам сделать? Оп. Так. Я, по идее, должен ему починить челюсть, да? Ну что ж, хорошо, мужик. Я тебе починю челюсть. Давай-ка повернись, я тут тебе сниму, помогу маску снять, а то она мешает. Давай вот так, оп. Сняли масочку. Ох, мужчина, какие у вас прекрасные зубы. О, да. Нормально. Так, хорошо, мне, по идее, нужно что, поменять зубы или как? Ну, ладно. Берем наш любимый молоточек, давайте сделаем это быстро. Тук-тук-тук-тук. Оу, пошло что-то не так, и он умер на моем столе. Блин, я его всего лишь по зубам молотком давал, а он все равно взял и умер. Вот засранец, ладно. Окей, я понял. Дубль 2. Такс. Пойк. Он живой, да? Да, пока вроде особо не кровоточит. Так, тихо. Теперь давай с этой стороны. Оп, готово. По-прежнему особо не кровоточит. Ну что ж, убираем. Так, и теперь нужно ему как-то очень толково поменять зубки. Как же это мне сделать? Ладно, тут вроде бы есть лупа. Лупа. Месье, ух, какой у вас прекрасный рот. Тихо. Иди сюда, лупа. Лупа, вот так вот. Да стой ты, что ж такое? Нафига нужна такая лупа бестолковая? Она сама болтается, блин, как... Ай, как зубы этого чувака сейчас будут болтаться. Тихо, прости, не хотел тебе дрель в грудь врывать. Блин, он умер сразу. Да фак. Че я делаю не так? То есть ему что, ему не нужно удалять зубы, ему нужно их вставить в три ряда, как у акулы. Окей. Мужчина, мне кажется, что у вас тут просто парочка гнилых зубов есть. Давайте я вам не буду удалять все, давайте я вам удалю только именно эти больные зубы. Чем бы мне их вам удалить? Понимаете, я никогда раньше не был стоматологом, я всегда был хирургом. Так что, мужчина, давайте, открывайте рот, открывай рот, козел, открывай рот, вот так вот, и последний больной зуб, все, да, больные зубы удалили, хорошо, больные зубы удалили, а теперь ему надо вставить обычные, господи, как я это должен сделать, тихо, как, куда, как я должен это сделать, вот, так, зубик, вот так вот, раз, я не знаю, я его поставил или не поставил, так, зубы, вытряхивайтесь, мужик. Короче, у тебя... Ты не должен быть привередлив к моей работе. Я просто тебе ставлю зубы, окей? Вот так. Так, я вам, по-моему, 3 зуба удалил или как? Или больше? Ну... Блин, какого черта зубы не приклеиваются? Что мне делать? Зубы не приклеиваются. Так, что у меня в ящике? Пусто. Так, тихо. Я забыл, что ноги здесь не играют роли. Хорошо. Давай мы тебе еще побольше зубов засунем, мало ли, может, поможет. О, помогло! Зуб не удержать! Ей! Воу! Да, слушайте, а я неплохой хирург получаюсь. Я могу и стоматолога, могу и хирурга, могу всякие разные штуки творить. Ну что ж, давайте пойдем дальше.
По идее, Боба мы уже полностью должны были починить. Глаза ему починили, селезенку ему починили, жопу ему починили, все ему починили. О, даже на А, то есть на 5 стал. Хорошо, идем дальше. Скорая помощь. Трансплантация сердца в скорой помощи. Ну ладно, давайте попробуем. То есть это было в больнице, а теперь это будет... Тихо-тихо, что происходит? А теперь я еду в скорой помощи. Воу, прикольно. Эй, сейчас я... Прикольно, могу оставлять предметы на дороге, и они будут улетать, и кому-то обязательно прошивет колесо. Прикольно. Так, подождите, но это мы уже выполняли, правильно? Это же у нас операция на трансплантации сердца. Это же, по-моему, первая операция, которую мы делали вообще в этой игре. Ну ладно, хорошо. Так, не совсем то, что нужно. Недостаточно убойная сила. А вот это уже гораздо лучше. О, так, по-моему, у этого чувака ребра какие-то более плотные. Чувак, ребра свои сломая. А, не, нормально. Такие же ребра. Так. С ХП у него все плохо, ладно. С ХП все плохо, поэтому, чувак, твои легкие тебе больше не нужны. Это я тебе объективно заявляю прямо. Так, давай. Вот эту штуку. Тра-та-та. Оп, нормально. Пока ты жив, это твой... Это желудок, да? Это желудок. Ну хорошо, чувак. Поздравляю, теперь ты официально первый человек, который выжил, будет жить без желудка. Я не знаю, первый, не первый, ну короче, как-нибудь поживешь, окей? Окей? Так, сердце, все, до свидания. Так, все у нас, по идее, должно быть по плану, все должно по плану, и должно быть сердце. Да, сердце есть. Чпок! Ха! Чпок. Да! Yeah! Нормально, все, чувак, гони в клуб, нормально. Мы спасли пациента, он с нами тусит еще, нормально все будет. Так, ну чё, круто, мне нравится, я теперь, получается, супер-мега-крутой доктор, который может еще и в скорой помощи спасать людей. Так, давайте проверим, а это что у нас такое? Это, по идее, что, тоже скорая помощь, да? Да, это тоже скорая помощь, и это тоже операция, которую мы уже делали. О, боже мой, я даже не знаю, как нам тут поступить? Что мне с тобой сделать? Сначала тебе отпилить что-нибудь или там, я не знаю, покрутить? Кстати, крутить очень крутить можно? Нет, нельзя. Бум, стекло выбить. А тут в ящике что? О, мозг и сердце. Прикольно, скорая помощь, и все хорошо, я смотрю. А тут что? Не разобрать шрифт. Ну ладно. Хорошо, месье. Давай мы тебя тогда будем подлатывать. Боже мой, я это уже делал, но давай еще разок, окей. Я не помню, как правильно это делалось. Так вот, мы где-то освободили. И давай с этой стороны тоже освободимся. Оп, готово. Ну, давай сразу и мелкую кишку. Большую кишку уже... Нет, понятно. Мелкую не сделать, пока не выкинешь большую. Так, берем, давай по новой, давай вот так вот, аккуратно, ну. Ну давай, ну чё ты, сверлись. Блин, я точно помню, что так желудок таким образом убирался, он точно убирался. Ладно, давайте лазером. Чики-чики-чики-чики. Какая жесткая нагрузка. Ну давай. Блин, какого чёрта? У него желудок не отрывается. Давай. Во, отлично, оторвался. Супер. Чувак, поздравляю, ты будешь жить. Может быть сегодня, может быть завтра, не знаю, но я тебя вытащу, чувак. Не ссы. Давай, почку сейчас тебе уберем. Так, почка. Почку одну убрали. Вторую почку давай. Чики-чики-чики. Оп, готово. Так, блёп. Так, убрали эту почку, убрали эту. Воу. По-моему, эти почки были раньше в том сундуке. Окей, так, засовываем одну, засовываем вторую. Мужчина, оживайте. Оживайте! Yeah! Он ожил! Ух ты! Красава! Красава! Я думаю, что я самый лучший на свете врач. Пошли бы вы ко мне. Пошли бы вы мне ко мне на прием. Давайте закончим видео, такой вот тестовый небольшой видосик. Если вам понравилось, обязательно ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, рассказывайте о друзьям и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А с вами был Шет. Увидимся в следующих видео. Всем удачи и всем пока!